Друзья, вы давно этого ждали, давно просили меня, чтобы я вернул влоги. И я их возвращаю, только сейчас это будут не просто влоги, потому что сейчас у меня есть конкретная цель – стать чемпионом мира по воркауту. И в своих влогах я буду показывать, как я иду к этой цели. Я уверен, что это будет очень интересно, полезно и легендарно. А цель сегодняшнего влога – показать, что и как я умею на данный момент. Элементы, фиксации, качество исполнения, комбинации и рекорды. Все, что я умею. Сегодня турник, завтра. А вот нет, даже не завтра, потому что я буду восстанавливаться, будут мышцы болеть. Короче, в течение недели я буду снимать влог, вот все дела. Начинаем с турника, погнали. Перенис. Начну его тренировать с этого блога. На самом деле на турнике я практически ничего не умею, но на момент съемок этого видео я начал активно тренироваться на нем и быстро учить жесткие элементы. А так я в основном тренировался на брусьях и жестко тащу на них. Но для того, чтобы стать чемпионом мира, необходимо быть универсальным и тащить жестко как на брусьях, как на турнике, так и на полу. А сейчас тренировка дома. Me.
Я тебя просил это делать. Ты меня унизил. Странно, почему черный? Где? Нет, не было. Почему-то мой крышку вылил. Почему не могу? А потому что я устал. И, кстати, это конец тренировки, но еще есть один момент, которым я хочу вам поделиться. А почему я говорю так странно? Ладно, нормальный режим, переходим. В общем, я хочу тренировать горизонт на четырех пальцах, и сейчас я покажу. Я на самом деле тянул время, я очень давно мог начать тренировать его, но почему я этого не делал? Потому что я хотел это делать на камеру, для того, чтобы запечатлеть до и после, соответственно. Ну, просто вот в душе так хотелось, и поэтому я просрал много времени. Я бы уже его умел на самом деле. Но не суть, сейчас вам покажу свой уровень. Не буду его тренировать в камеру, просто покажу уровень, там в дальнейшем уже буду тренировать. Поехали. Это мой максимальный уровень. В общем, увидимся на тренировке на брусьях. In the ways of the weak, the talents complete alone. Feel the fact, the pain, the strength in me. I'm going to go. Потому что разминка, блять. Я давно и брюсов не делал. Ах ты мразь. Больно. В общем, друзья, сейчас я буду восстанавливать гиперролю. Те, кто подписан в инстаграме, знают, что я ее умел. Но последний раз, когда я ее делал, получилось так, что я летел вниз головой на гире. Но я вовремя симпровизировал для того, чтобы это предотвратить. Лучше как бы удариться, чем умереть, да? Ну, как бы это логично. Я выставил свою ногу и пожертвовал своей ногой. Сейчас где-то вы на экране видите фотку моей ноги. И сами понимаете, то, что сейчас будет страшно. Страшно! Надо бороть страх. Есть! Короче, есть решение. Сейчас я якобы нахожусь в соревнованиях. Мне нужно сделать всю комбинацию помимо гиперроли. Сейчас нужно сделать гиперролю и сразу всю комбинацию чисто. Погнали. Давай! Давай! Ты сделай ее! Давай! Давай. Это было страшно.
Я уверен, что от этого влога ты мощно зарядился мотивацией. Ну а если ты хочешь получать порцию мотивации от меня каждый день, то подписывайся на мой инстаграм, потому что туда я каждый день выкладываю крутые моменты с тренировок. Ссылка на инстаграм находится в описании. И напоследок, используй эту мотивацию прямо сейчас. Не откладывай на потом. I'm a leader.